Всем добрый день! В данном видео расскажем о том, как правильно и быстро верифицировать аккаунт у брокера Pocket Option. И для начала несколько слов о том, для чего нужна верификация. Основной причиной прохождения верификации являются регуляторы, которые обязывают брокеров работать только с подтвержденными клиентами. И поэтому брокеры предоставляют верифицированным клиентам намного больше возможностей, одна из которых – это вывод заработанной прибыли. И эта причина является основной для прохождения верификации. Итак, для того, чтобы верифицировать торговый счет, необходимо перейти на сайт брокера Pocket Option, после чего зарегистрировать новый торговый счет или подключиться к существующему, если такой уже есть. Стоит отметить, что регистрация очень проста и занимает всего минуту, а также можно использовать социальные сети для открытия нового счета. Так как у нас уже подготовлен тестовый аккаунт, то мы просто войдем в него через Facebook, переключим язык на русский, если это необходимо, и перейдем сразу в свой профиль. Первое, что необходимо сделать перед прохождением верификации, это верифицировать свой номер телефона и электронную почту. Обратите внимание на то, что почту верифицировать обязательно, а вот номер телефона не обязательно, но все же желательно. Следующее, что необходимо сделать, это заполнить личную информацию. И обязательными для заполнения являются имя, фамилия, день рождения, страна, штат, регион, ну или область, город или поселок, а также адрес. Дополнительный адрес, индекс и пол вносить не обязательно. После введения данных их обязательно стоит перепроверить, так как следующим этапом будет загрузка скан-копий документов, которые в итоге и подтвердят эти данные. Обратите внимание, что верификация проходит в два этапа, а точнее с двумя видами документов. И первый документ необходим для подтверждения личности, и для этого подойдет обычный паспорт, ID-карта, загранпаспорт или водительское удостоверение. А второй документ необходим для подтверждения адреса проживания, и для этого подойдет какая-либо квитанция за оплату коммунальных услуг. Также стоит отметить, что на квитанции обязательно должны быть видны ваше имя, фамилия и отчество, а также ваш адрес. И соответственно документ, подтверждающий личность, загружается в левое поле, а документ, подтверждающий адрес, загружается в правое поле. И если вся информация была заполнена верно, а документы были правильно загружены, то после проверки вашего счета аккаунт будет верифицирован. И занимает такая проверка не более суток. И по итогу верифицированный аккаунт будет выглядеть таким образом, а именно появятся статусы «Верифицирован». Если вы хотите получить еще больше полезной информации, то переходите на наш сайт по ссылкам в описании. Удачной торговли!